конечно, впечатления такие очень классные, потому что действительно сегодня очень знаковый день такой. 21 год прошел, как я выиграла свою первую олимпийскую медаль с мировым рекордом. Поэтому, конечно, впечатления супер, эмоции супер, классное очень настроение. Спасибо всем, что пришли, поддержали нашу инициативу. И надеюсь, в дальнейшем у нас еще будет очень много таких заплывов классных. Спасибо всем. Потрясающее мероприятие. Честно говоря, мы живем и в Киеве, живем на Днепре, но вот так, чтобы переплыть и испытать эти эмоции, еще и в самом начале дня, сейчас энергия просто вот бурлит внутри. И, конечно же, это большое уважение к нашим спортсменам, и особенно к Яне Клочковой, самой титулованной украинке в истории Олимпийских игр. Поэтому я надеюсь, что это станет традицией уже, и каждый год мы будем присоединяться. И вам советую. Мы сегодня переплывали этот Днепр вместе с Яной Клочковой. Мы все одна дружная семья. И знаете, нужно быть плечом к плечу друг другу и помогать друг другу. Каждый из нас способен на многое, но просто кто-то в какой-то из отраслей. И я благодарю Тимофея Нагорного, Яну Клочкову за то, что этот мир делает они красивее, спортивнее, потому что, ну, я по себе знаю, я занимаюсь спортом, также я член международного конкурса красоты, и я знаю, как это важно, особенно для женщины, и для мужчины, для каждого, для ребенка быть красивым, спортивным и уверенным в себе. Так что я всем желаю заниматься спортом и верить в себя. Люблю всех. Сьогодні дуже приємно було прийняти участь в такому масштабному заході, як переплисти рідне Дніпро, синьооке Дніпро. Місцями він трохи зеленіє, але в принципі він синьоокий, красивий Дніпро. І старовинні хвилі схилів нашого рідного міста Києва якраз прикрасила сьогодні наша чарівня, чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. Ви знаєте, дуже багато людей було, це надихало і давало наснаги та сил разом з ними, з усіма переплисти. І тут з'явитися на цьому красивому березі нашого Дніпра, на Трухановому острові. Тож я певен, що такі ініціативи мають бути і не тільки в плаванні, в різних видах спорту, якомога більше людей мають підключатися до цього. І тоді українці стануть ще сильнішими, здоровішими, і наша нація займе гідне місце в списку найщасливіших людей світу. Друзья, сегодня, в день плавания, мы переплыли Днепр. Мы победили свои страхи, сомнения. Мы показали, что мы можем объединяться, что мы можем популяризировать здоровый образ жизни, двигательную активность и плавание. Мы приобрели легальную дозу чистого адреналина. Этот день мы не забудем никогда. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо, наша золотая рыбка, что нас вдохновила, нас активизировала и нас направляла по этому водному пути. Всем удачи, всем замечательного настроения.